бандиты у руля, и поэтому все грохнет, все падает, все умирает, вся молодежь уезжает, все люди гибнут, старики все гибнут, все. Экономика зависит от законов. Законов нет. Посмотрите, вот этот скандал под урядом Нязк. Это что? Это как раз та прослойка, которая не подчиняется законодательству. Она хочет, так сказать, дальше жить так, за счет, естественно, того же народа. Нет таких людей в парламент, которые могут поднять экономию. Они все воры, и все воруют, и будут воровать. Сами руководители, да, там где-то закрылись, альянс, и не руководит по-настоящему. Нет руководства хороших. Нету. Все, начиная снизу и до верху, мешают. Липса они так тиш нормальні, а кондучери для регламента кестили есть совершенно, ну, правим ресурсы натуральні партії мульти, що чеча вим, ну, і пусто на імплементарі, ну, сфолосешти, ну...